Территория школы номер 10 по своим масштабам солидная, поэтому для уборки участка требуется сплоченная работа учащихся и сотрудников образовательного учреждения. До майских праздников остается около 2 недель. Успевает ли здесь привести в порядок территорию? У нас к каждому классу прикрепленная территория, и справляемся. Территория у нас всегда в чистоте. И хочется воспользоваться случаем, поблагодарить родителей. Вот в этом году у нас родители приходили, откапывали здание от снега и приходят, помогают. Сейчас в школе каникулы. Несмотря на это, в образовательном учреждении продолжается подготовка к сезону. Давно ставший традицией субботник и в этом году руководством школы и классными руководителями устроен на отлично. Первый этап – это рыхление снега. То, как он быстро растает, зависит от организации работы. Тут вся надежда на ответственных старшеклассников. Ребята активно включились в работу, говорят здесь. Они понимают, что делают родную школу и любимый город чище. У нас по окончанию 5-го семестра был составлен специальный график. Нас распределили каждого на каждый индивидуальный день. И каждый класс выходит на территорию и занимается рыхлением снега. Ежедневно на уборку территории выходят учителя и весь персонал. В субботу запланирован общеколлективный субботник. Айгуль Мухаметшина, Денис Тихонов, новости.